На свидание девушка спешила в туфлях на высоких каблуках и в толпе случайно зацепила шедшего навстречу старика. Обернулась: «Дедушка, простите». Он поднял уставшие глаза: «Милая, куда же вы так спешите? Ждут меня, опаздывать нельзя. Хорошо, когда вас где-то ждут и встречают с радостью на лицах. А моя любовь нашла приют там, куда могу не торопиться». Девушка взглянула на букет, и в глазах застыло сожаление. Он продолжил: «Вот уже 7 лет ей ношу ромашки в день рождения. Их она особенно любила, в волосы вплетала и в венок. Даже в день знакомства, помню, было платьишко на ней в такой цветок. Много лет мы были с ней женаты, но не гас любви волшебный пыл. С первой встречи до последней даты я всю жизнь ее боготворил». Улыбнулся, крепче сжал букет и пошел тихонько к остановке. А она смотрела ему вслед, словно вниз летела без страховки. Он там ждет за столиком в кафе, злится, ведь у них всего лишь вечер, галочкой помечены в графе между тренингом и важной встречей. Да, он изначально не скрывал, кто такой, какой машиной рулит. После встреч такси ей вызывал, а она надеялась, что любит. Ухмыльнувшись, сбросила звонок, номер удалила в неизвестность. Знала все, что он ответить мог, только больше ей не интересно. Нужен тот, кто будет понимать и любить, и чувством дорожить. Нужен дом, в котором будут ждать, и букет ромашек от души. Подпишитесь и напишите в комментариях ваше мнение о данной притче. Поставьте лайк, поделитесь роликом в соцсетях и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был канал «Притчи и рассказы». Всего вам доброго и до новых встреч!